В Москве на Пушкинской площади проходит акция памяти жертв ужасной трагедии в Кемерово. Это везде так, поверьте мне на слово. По крайней мере, в тех компаниях, в которых я работал, на тех зданиях, в которых я работал. Привет. Это ужасная трагедия для России, для моего города, в котором я родилась и жила. В городе я уже не была 4 года. У меня живут там родители, сестра и племянник. Сестра и племянник, они были во время трагедии в Зимней Вишне со мной находились. Они чудом успели спастись. Ребенок у меня был с соседом, с другими ребятишками. Сосед смотрел за ними на вот этом детских аттракционах на 4-м этаже. А сестра пошла в фитнес-зал. Они хотели в кинотеатр изначально, но сосед настаивал, чтобы дети призвились. Вот. А как у меня племянник рассказал, что началось все с игрового автомата, который только вот недавно поставили. Он стоял около батутов. А сначала полетели искры. И искры попали на батуты. Там эти кубики поролоновые вспыхнули мгновенно. У меня племянник был рядом, на машинках катался. Он увидел огонь, так как мы его инсценировали с самого детства по поводу пожара. Он уже со своими друзьями побежали, они вниз. Он их собрал, убежал. А люди тоже, когда уже загорелось конкретно, тоже побежали. А сестра у меня, по ее словам, она принимала душ после бассейна, услышала крики паники. Никакого ощущения не было. Люди просто орали в ужасе. Она, когда вышла оттуда, почувствовала запах дыма. Она успела только халат на себя накинуть и тапочки. У нее был телефон с собой, слава богу. И она в чем была, там и выбежала. Внизу просто была паника. Никакой организованности. Люди орали, бежали в разные стороны. Дым заволок все мгновенно. Она уже спускалась, там просто все было в дыму. Вот. Честно говоря, там по разным сведениям очень много народу погибло. В кинотеатре просто детей закрыли на ключ и до них просто не добрались. Власть должна ответить! Власть должна ответить! Власть должна ответить! Как мы знаем, в Кемерово у нас произошла недавно большая трагедия. Когда погибли люди, многие сейчас говорят, что надо прекратить проявлять бизнес, делать, наоборот, поблажки. Мы же все знаем, что не дадут построить никакой торговый центр простым людям. Все эти торговые центры строят в основном как можно более приближенные к власти люди, поэтому пойдут какие-то, найдут такой привести стрелки. Мы сегодня вышли сюда для того, чтобы выразить солидарность семьями погибших, для того, чтобы потребовать наказать подлинных виновников. Это в трагедии виноват вообще путинский режим в целом, потому что именно он привел в страну в такую разруху, когда человеческая жизнь ничего не ценится. И ситуация в Кемерово — это просто показатель общей разрухи. В любой другой европейской стране, в любой другой демократической стране, если наша сторона называется демократической, в любой демократической стране давно бы уже начались бы из-за этого разбирательства, и, скорее всего, множество людей из высших штронов бы отправили в отставку. В нашей стране, я уверен, что посадят какого-нибудь небольшого
какого-нибудь, какого-нибудь очень большого человека, какого-нибудь там уборщика, какого-нибудь рабочего заведения, вот, знаешь, виновники, которые допустили такую разруху, которые допустили, что дети оказались закрыты на ключ, никогда не поставят, никогда ничего им не будет. Никогда не будет ничего тем, кто допустил вообще техническое состояние, никогда не в современной системе. И чтобы быть справедливым к семьям погибших, надо выступать против всей этой системы. И только смена всей этой системы может привести к тому, что такие трагедии больше не будут повторяться и будут повторяться как можно реже. Сдохнет этот узурпатор! Напрасно все думают, что все взрослое поколение пропутинцы. Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Дунеева в отставку! Дунеева в отставку! Дунеева в отставку! Алексей, скажи, как ты считаешь, кто должен понести ответственность? Не, ну понятное дело, что в первую очередь региональные власти, да, которые напрямую ответственны за то, как работает у них система на местах. Но в целом, конечно, и политическая власть в целом, потому что, ну, все, что там происходит, отражение тех порядков, которые Путин установил. И чем дальше, тем больше все это будет проявляться. То есть они не готовы бороться с коррупцией в целом, да, и придумывают вот всякие способы типа от нее избавиться, да, как вот эти вот отсутствие проверок, да, у субъектов малого бизнеса. Вот если подумать, почему вообще это сделано, да, вот понятно, что есть куча нормативов, которые никто выполнить не может, но почему вот они до сих пор такие, да, почему они не потратили время и не исправили, не сделали их адекватными, не сделали их такими, чтобы все-таки те, кто ответственны за эти проверки, могли легко их проводить, чтобы не было какой-то возможности для коррупции. А что на самом деле они сделали? Они понимают, что систему исправить нельзя, поэтому для того, чтобы типа оградить малый бизнес от проблем, они вообще их избавляют от этих проверок на срок 3 года. И нет ничего удивительного в том, что этот торговый центр оказался субъектом малого бизнеса. Да? Ну такие у нас нормативы. Если у тебя выручка меньше 800 миллионов рублей, ты малый бизнес. Ты действительно можешь претендовать на эти налоговые каникулы. Поэтому все они об этом говорят. Хотя по большому счету все эти правила и нормативы, они же идут сверху, это же федеральные установки. Вот, поэтому, собственно, они в первую очередь ответственны. Поэтому правильно люди, которые сегодня в Кемерово вышли, да, и вспомнили про Путина абсолютно, ну, молодцы, что они это сделали. Конечно, большинство будет по-прежнему оставаться иллюзией, да, что только на Путина не могут надеяться, что вот он придет во все это разрулит, но объективно, ну, проблемы идут оттуда, и все, система вся выстроена оттуда, сверху.